Есть места в Бобруйске, которые хранят теплые воспоминания о детстве. И жаль, когда они закрываются. На радость жителям одно из таких заведений получило третий шанс. Знаменитая лакомка вновь открыла свои двери. С порога восхищает интерьер. Снаружи милая летняя терраса. В первый день для гостей настоящий праздник. Для меня кафе «Лакомка» – это знаковое место города Бобруйска. Знаковое именно с названием «Лакомка». Знаковое именно вот на нашей любимой социалке рядом с рынком. Внутри кирпичная стена, дизайнерская мебель, коллекция старых видов социалистической. Главная фишка кафе – итальянское мороженое. Самое дешевое стоит меньше 2 рублей. В день открытия его раздают бесплатно. В этом проекте нам главное было сохранить эту семейную атмосферу, чтобы это осталось детским кафе. У нас в кафе появилась новинка – это пончики. И главной задачей было сохранить доступные цены. Лимонады, эспрессо-тоник, айс-капучино и латте. Когда похолодает, отлично подойдут ароматный чай, сладкое какао и зерновой кофе. Плюс десятки видов пирожных и тортов, как обычных, так и крафтовых, на любой кошелек. В восторге как маленькие бобруйчане, так и взрослые. Я помню его 45 лет назад, лакомку. Там были очень вкусные коктейли, в железных стаканах крутили. Было очень вкусные пирожные. Но сейчас, конечно, очень интересный обновленный интерьер. Очень все красиво. Я постараюсь с внуками приходить сюда почаще. Вот стояли такую очередь, чтобы попробовать. Раньше в лакомку ходили часто? Да, тоже ходили. Откуда ты приехал? С Минска. Что, специально, чтобы в лакомку сходить? Да. А что уже попробовал? Мороженое. Мороженое вкусное? Да. Готовят здесь инстаграмные бабл-вафли со сливками или мороженым. Можно зайти не только за десертом. В меню хот-доги и фастбоксы с картошкой фри, бургерами и наггетсами. Приятный сюрприз для горожан – молочный коктейль с таким знакомым вкусом детства. Ваниль, шоколад, клубника, вишня, орех. В составе – мороженое и топпинг. Цена напитка – от 2 рублей 80 копеек. Лакомка открыта ежедневно с 9 до 22 часов. До 16:00 – самообслуживание. После начинают работать официанты. За специальными предложениями и жизнью кафе можно следить в инстаграм-аккаунте. И обязательно загляните в сердце старого города. Карина Гуревич, Максим Галеонко, Бобруйск, 360.